Возгорание на 2-й Бутырской улице началось на рассвете. Огонь сначала захватил хозпостройку с дровами. Затем пламя перекинулось на две соседние сарайки. От них огонь пошел дальше. Вспыхнул двухэтажный дом с гаражом на соседнем участке. Хозяева успели отвоевать два автомобиля. Пламя разгоралось со страшной силой. Началось очень резко. То есть, отец, по словам отца, опять же, то есть было не так сильно. Там резко, буквально 5 минут, и все начало тут полыхать полностью. Пожарники приехали быстро, оперативно, 4 минуты были здесь уже. Все сработали вроде хорошо. Ночь была без ветра, это очень помогло пожарным. Правда, возгорание и без погоды было очень сложным. Несколько пожарных отрядов по очереди сменяли друг друга. Здания тушили с трех сторон. Огонь удалось укротить через 2,5 часа. В результате пожара гараж площадью 150 квадратных метров поврежден. Также повреждены 3 соседних хозяйственных постройки и одно строение уничтожено. Пришедшие в себя местные жители начинают делать первые выводы о происшествии. Хозяин сгоревших сараек не исключает. Постройки кто-то поджег. Я лично не знаю. Я, как сказали, вот калитка у меня была заперта. Когда приехали, как говорят, была она открыта. Поджег, не поджег, я не могу сказать. Так она, конечно, не загорится. Восстановлением построек Борис Елов начнет заниматься в ближайшее время, пока на месте работают сотрудники Госпошнадзора. Дмитрий Жданюк, Георгий Колчин. Оперативное вещание.